Чё за? А, неважно. О, бля. Он будет тут через секунду. Эй, ребят, что происходит? У вас вечеринка, что ли? Сюрприз! О, ребята. Тебе почти невозможно удивить. Ну, в этот раз у вас получилось, я и понятия не имел. Да, точно. С днем рождения, Соник. Надеюсь, тебе понравится это. Понравится? Еще бы! Ого! А, Соник! Что это? Что оно делает? Эй, это не смешно! Помоги нам, Соник! Где это я? Спасибо, Соник. Думал, что умер. Парил без тела в черном лимбе. У меня будут кошмары неделями. Мне одному это место показалось ужасно знакомым. Точно не мне. Но выглядит оно так, будто из него высосали все краски и жизнь. Очень странно. Не более странно, чем помогать джинам в волшебной книге или спасать пришельцев из межзвездного парка развлечений. Мне сейчас больше волнуют, где наши друзья. Эй, Соник, я видел, что там вдалеке вроде зданий, но странный у них вид. Думаю, неплохо было бы мне это место проверить. Я скоро вернусь. Вау, похоже, ты не шутил, когда говорил «скоро». Я думал, ты только что ушел. Соник! Тейлз! Этот химический завод кажется знакомым. Никогда этот запах не забыл бы. И что-то мне не по себе от этой розовой водички. Ты прав, Тейлз. От этого места у меня постоянное ощущение дежавю. Ожила! Ты спас меня, Соник. Я боялась, что мне больше не смогут с тобой флиртовать. Бля, на кой черт я это сделал? О, моя хорошая статуя! Да, я живой! Спасибо за помощь. Не то чтобы я в ней нуждался, но мне приятно снова иметь свое святилище на месте.
Что это за место такое? Кругом белым-бело и как-то пугающе. Первый раз в жизни такое вижу. Metal Sonic! Давай полетим. Я прибью тебя своим молотом. Что это за место? О, я что, таким буду в будущем? А я неплох. Только кариеса многовато. И я буду худым зато. Эй. Кто-нибудь есть? Хорошо, посмотри на себя, Соник! Доктор Эггман? Это последнее, что ты увидишь, прежде чем я закрою твои глаза навсегда! Еще один Соник? Что? Подожди секунду! Встречай, Дев Эгробатс! Нет, нет, мое творение! Да! Что за... Что? Нет, нет! Соник, спаси меня! Привет. Не могу поверить, нас двое. Я, кажется, догадался. Да, я тоже. Нас по двое. Места и враги из нашего прошлого. Мы путешествуем в пространстве и времени. А как это возможно вообще? Я думаю, это как-то связано с той штукой, которая похитила Эггмана. Возможно, это и есть та штука, которая похитила наших друзей. То есть, наших друзей. Ну, вы поняли. Что за... Вот оно! Куда оно делось? Мы должны найти его и быстрее. Спасибо, что спасли меня, Соник. Было страшно в темноте, но я старалась быть храброй на съемках R34. Да не за что. А где это мы? Я пообещала Шизе не задерживаться. Нет, только не мои изумруды! Ой, спасибо, здоровяк. Впервые в жизни я... не я, а меня похищают. Ну, неплохо. Соник?
Но я думаю, более-менее становится понятно, что происходит, и хорошего малого. Когда эта штука проходит сквозь время, пространство разрывается на части, в результате чего остаются пустые мертвые зоны, что отправляют в этот странный белый лимб. Когда Соник пробегает сквозь время, пространство исправляется, и ему возвращаются цвета жизни. Когда я думаю, что мы должны бежать, так как будто не будет завтра, иначе завтра не станет действительно никогда. Где я? Нужно быть сильным противником, чтобы поймать ниндзя. Будь осторожнее, Соник. Shadow the Hedgehog! Давай-давай-давай! Adios, amigos! Perfect Chaos! Вы вернули немалую часть этого мира. Ты хорошо справляешься, Соник. Ты хотел сказать, вы хорошо справляетесь, Соники. Верно. Я, наверное, к этому никогда не привыкну. Берегись! Этому монстру точно не понравился тот изумруд. Эти штуки были полезны в прошлом. У нас уже есть несколько, но... Нам нужен этот изумруд. Соник, ты должен пойти и проверить его. Могу поспорить, что ты сможешь вернуть тот изумруд Хаоса так же, как и вернул наших друзей. Могу дважды поспорить, что нам понадобится вообще все 7 изумрудов. У вас, парни, еще много работы. Приключение не интересно, когда слишком простое. Жаль, что мне понадобилась твоя помощь, Соник, но все равно спасибо. Кстати, ты выглядишь менее колючим? Соник. Пусть та моя неудача останется только лишь между нами, хорошо? Ура, святая королева! Я жив! Жив! Спасибо, Соник. Знаешь, у меня есть предчувствие, что кто-то или что-то управляет тем монстром. Кто-то стоит за всем этим. Нужно расправиться с ним, Соник. Смотри, чувак, вот и изумруд. Погнали! Вперед!
Довольно хитрый ход, не так ли, а? О, да, было страшно, а с тобой намного приятней, да. Эй, ты выглядишь иначе, кстати, как и моя анимация. Уж извини, кто бы тормозил-то, а? Я тот самый. Эй, а вечеринка будет, кстати, все-таки, а то я уже Крим пообещал приметь ее. Сильвер the Hedgehog! Я не понимаю, почему Еш не ускоряется. Тяжелый босс, не спорю. Я пока без вебки записываю, потому что не хочу пропустить катсцену. Как было с Шадо. Так. Так, походу мне нужно будет двигать ежом, когда... Он будет прыгать. Момент. А ну иди сюда. Иди сюда, Сильверо... Сильверовочный стол не доделанный. Так, опять свой паровозик. Не хочет нормально. Вот тебе. Напросился на добавку, вот тебе и добавка. Так, я только не знаю, как мне с его метеоритным дождем работать. Вот тебе, жри ботинок. Так. Укладился аккуратненько и элегантненько. Опять своего железного зверя делали. Вот тебе! Ой-о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 й-
Давай. Да, как мне тут уклониться-то, я не погибаю. Реально тяжелый уровень. Надо, скорее всего, уже ускоряться, но я буквально не знаю, как мне удраться от этого гигантского валуна. Ладно, давайте еще раз, конечно, попробуем снова. Походу, надо его бить раньше, чем у меня этот валун скинет. Вот тебе, никаких валунов. Только ноги. Сильвер реально суровый противник. Но я его не догоню, я уже это понимаю. А зачем он делает паровозик здесь, я не знаю, ну ладно. Паровозик Сильвер. Интересная концепция.
Вот так, паровозик Сильвера. Мимо, паровозик Сильвера. А ну иди сюда, паровозик Сильвер. Вот так. Ой-ой-ой, вот опять. Ну да, здесь нужно ускорение. Вот так вот. Ага, победа! Я испепелю тебя дотла, Соня! Сожру любые ваши деньги! Драгон! Ой, Соник! Я не могу в это поверить! Я должен был победить тебя в этот раз! Ай, извини, я такого не припомню. У тебя всегда побеждал. Нет, серьезно, мы побеждаем его каждый раз. Это вроде как наша работа. Что Эгман вообще делает здесь? Я думал, вы сказали, его похитила та большая странная штука, из которой мы все в этом месте. Видите, его похитили. Как-то странно все это. Ладно, кто бы ты ни был, если хочешь избежать позорного поражения, лучше сдайся сейчас! Не в твоих возможностях что-либо требовать, ты противная маленькая клюлечка! Эгман? Но как? Ему немного помогли. Доктор Работник! Так, меня больше не зовут. Будьте так добры, объясните гениальный господин доктор Эгман из будущего. С удовольствием, великолепный всесильный доктор Эгман из прошлого. После моей недавней удачи я наткнулся на уникальное в своем роде существо. То, что я обнаружил, имел удивительные способности, которые даже я не смог бы овладеть. Оно могло стереть пространство и время. У меня появилась гениальная идея использовать мое открытие, чтобы исправить мои предыдущие неудачи. Чтобы усовершенствовать его, мне нужна была помощь такого же умного, как я. И единственный настолько умный человек — это я! О, вы слишком добры, мой дорогой будущий я. Помогать вам сплошное удовольствие. Я захватил твоих друзей, бросил их сквозь время, чтобы заманить тебя в мои ловушки. Но чем больше твой монстр проходит сквозь время, тем больше вреда ты наносишь миру. Миру? Я буду владеть миром, когда покончу с Соником. Зараза, подавился. Спасите. Ух ты, я правда стану таким психом? Посмотрим, кто будет психом, когда я уничтожу обоих Соников навсегда. То есть, когда мы их уничтожим? Меньше спорим, больше уничтожаем. Уничтожить меня? Ты и этот усатик? Я и один тебя постоянно побеждал, а теперь нас двое, знаешь ли. Тогда моя победа достанет мне вдвое больше веселья.
Не останавливайся! Бегайте сколько хотите, а я все равно превращу вас в голубую лепешку! Это была только разминка. Теперь настало время встретить свою судьбу. Ты сможешь, Соник. Давай, Соник, размажь его. А, только не вы. У тебя получится, Соник. Ты победишь, Соник. Кто они? Они ничтожество. У тебя есть сила, Соник. У тебя есть дух. Соберись с духом. Мы сами, ребята. Я в тебя верю, Соник. Не сдавайся! Ты, я знаю, ты сможешь, Соник! Ты победишь! Как всегда. Так, время проучить Эггмана! Супер Соник Стайл! Time Eater! Еще теплый. Временное путешествие. Признаю, ты был неплох, Соник. Неплох? Да ты шутишь? Он просто великолепен. Сколько он соберет? Ух ты, а куда он девает все эти кольца? Знаешь что? Я не знаю. Все забывают спросить. Было приятно работать с тобой. Надеюсь, ты выучил пару трюков, которые помогут тебе в будущем. То есть, в прошлом. Ну, ты меня понял. Чувак, классно! А со временем станет еще лучше. Вот наша остановка. Эй, Соник! Насладись своим будущим! Оно будет классным! Ты уверен, что видел здесь дверь? Что? Это ты мне сказал, что видел здесь дверь? Ну, это был кто-то из нас. Заткнись и продолжай искать. Ой, сколько сейчас времени? Сейчас точно такое же время, когда и когда ты спрашивал раньше. Это будет точно такое же, когда ты спросишь позже. Тут нет времени. Скажу лишь то, что ты придумал просто гениальный план. Не будь слишком самодовольным. Довольно скоро это будет и твой план. Я посвящу остаток своей жизни тому, чтобы забыть его. Я все слышал. Мы когда-нибудь-то победим? Это зависит от твоего понимания слова «победим». Побьем Соника. Ну, тогда нет.
Значит, надеяться не на что. Наверное, я лучше вернусь и получу свою ученую степень. А на это неплохая идея. Мне всегда нравилось указывать людям, что делать.